Мусор в лесу – результат безответственного отношения человека к природе. С проблемой загрязнения лесного массива столкнулись в Ибресинском районе. В одной из групп в социальных сетях появилась информация о том, что в лесном массиве рядом с поселком Ибреси очень много мусора. Устроили свалку в лесу, пишут неравнодушные местные жители. Но сами же жители уже давно приметили это место для отдыха на природе. Даже сколотили столы и скамейки. Данный лесный участок невозможно, наверное, назвать несанкционированной свалкой. Это место замусорилось после отдыха граждан ближайшего населенного пункта. Это на данный момент это поселок Ибреси. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Администрация района оперативно отреагировала на жалобу и поляну быстро привели в порядок. Ну, так поняли, что это место молодежь облюбовал уже. И впереди майские праздники, мы понимаем, что молодежь еще может собираться. У нас в Ибресинском районе созданы 3 мобильные группы. Будем ежедневно выезжать, мониторить ситуацию. Данный лесной участок не является благоустроенным местом для отдыха, поэтому мусорных контейнеров там нет. К слову, ближайший контейнер находится примерно в 200 метрах от места, так полюбившегося ибресинцам. В ближайшее время на проблемном участке установят информационные баннеры и таблички. Нерадивых любителей отдыха на природе будут наказывать рублем.